присоединиться можно и к волонтерам, которые сейчас помогают тушить лесные пожары в регионе. Обстановка по-прежнему остается напряженной. Площадь возгорания не уменьшается. По последним данным, огнем охвачено больше 23 тысяч гектаров тайги. Четверть площадей – это особо охраняемые природные территории. Большинство пожаров действует в труднодоступных районах. Тушение осложняет и сильная задымленность. Из-за нее авиация может работать не везде. Тем не менее, по информации авиалесоохраны, с начала недели лесным пожарным удалось ликвидировать 34 возгорания на территории Иркутской области и Бурятии.